Приветствую каждого игрока от овоща до статиста на моем канале. Сегодня разработчики наконец-то закинули еще немного информации по обновлению 8.10, что само собой не может нас не радовать. В предыдущем видео об обновлении 8.10 вы можете ознакомиться с тем, о чем нам уже рассказали и что было уже на открытом тесте. Это видео уже имеется на канале, ссылку я закину в рекомендации сверху, ну вот здесь, и в описании, конечно, к ролику. Ну а сейчас появилось еще немного больше конкретики об обнове и новых интересных нюансов, таких как переработка задач по боевому пропуску и даже анонс нового ивента на скилл. На скилл! Боже, как это звучит-то, а? Ну ладно, пойдемте давайте с самого начала и глянем все же, что у нас разработчики заспойлерили в этом ролике. Первоначально нас предупреждают, что увидев этот контент, мы уже не сможем его забыть. Ну все, по-любому сейчас будет шок-контент. Будем обнову 8.10 помнить как дату своего рождения или как имя лучшего друга. Будем уже детям рассказывать о легендарном обновлении, которое навсегда отпечаталось в нашей памяти. Вы уже в предвкушении, ребят? Ну а я что-то нет. Ладно. Дальше сканируют какого-то левого парня с папкой в руке. О боже, раньше информация была хоть во флешках, помните, они флешки все время доставали. А теперь уже перешли на бумажный носитель. Видимо, сказывается закрытие офиса Wargaming и некоторая экономия. Бумага же дешевле типа флешки. Хотя сейчас, смотря на цену бумаги в России, это довольно спорное утверждение. Ну ладно. Ну и после сканирования бумажного носителя у нас появляется аж 6 папок, которые раскрывают всю подноготную обновление. А именно... Новые операции, новые события, танки и PBR, новые кама, новая техника и накопительные аватары. Ну тут уж разработчики превзошли себя и взорвали мне мозг. Это что, новый подход или как? Кто этот гений, который решил, что частью обновления можно считать продажу нового танка или введение пары-тройки боевых раскрасок? Бля, да это же гениально! Вы представляете, как мы раньше жили, считая, что боевые раскраски вводят каждое обновление? Нет, вы что? Это же целое событие, очередной камо на танк. Боже ж ты мой, это так же грандиозно, как и переход техники в PBR. Прям верх искусства. Спасибо, ребят, спасибо, от души. Может, со следующей обновы еще и расписание продажи различных сундуков в качестве отдельного пункта обновления закиньте. Мы хоть будем знать, сколько денег приготовить заранее. Ну а что, сундуки тоже же в обновлении вышли? Ладно, первое и самое важное, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, новые задачи под боевой пропуск. Задачи разные и в целом легко выполнимые. Там есть и нанесение урона, и победы в боях, и какие-то задачи на уничтожение какого-либо типа техники, на опыт и так далее. В общем, ничего сложного. Однако есть и своеобразные задачи, которые явно будут не по душе очень многим игрокам. Например, на этом скрине есть задача отыграть 59 боев на ЛТ Китая. Вы знаете, сколько в игре ЛТ Китая? Всего 6 штук. Из них 3 в песке окопались. О них я даже вспоминать не буду. Просто песочные танки до 4 уровня. А дальше 3 вполне нормальные, но все премиумные. Type 64, Type 62 и M41D. Кстати, о M41D мы поговорим еще чуть позже. У всех ли игроков эти танки вообще имеются? Не, конечно, можно и на танке первого уровня откатать 59 боев, но блин, нахрена делать такие боевые задачи для игроков, многие же банально не смогут их выполнить из-за отвращения к песочной технике. Это что, принудиловка своеобразная, что ли, играть в песке? Ну очень странное решение, очень странное. Ладно, уже ближе к выходу боевого пропуска оценим его вдоль и поперек, там будет видно, насколько суровы будут реальные задачи. Ну, кстати, еще должен сказать, что количество уровней с наградами в боевом пропуске срежут, и их станет не 80, как было раньше, а всего лишь 60. Однако разработчики заверили, что количество наград останется прежним. Вот вы им верите вообще или нет? Я, честно говоря, очень сомневаюсь. То есть, вдруг 20 уровней они почему-то отрезали, а количество наград останется прежним. Ну, посмотрим, там, в принципе, награды были размазаны. Далее мы видим новый вид доната, а называется он лицензия. Скорее всего, ее нужно будет покупать отдельно от боевого пропуска, который мы брали за 5 баксов, но зато он даст ранний доступ
к задачам ближайшей заблокированной недели, то бишь вы сможете на неделю вперед выполнять эти БЗшки новые. Также с его помощью вы сможете выполнять задачи всех 4 недель месяца, что как бы достаточно удобно, ибо задачи каждую неделю будут разные, а с лицензией по идее к 3 неделе у вас будет доступ ко всем 4 неделям и возможность выполнить все задачи сразу. И многие из них очень похожи, допустим с теми же победами или с тем же нанесением урона, но вот без лицензии вам скорее всего нужно будет делать БЗ именно неделя в неделю, без доступа к прошлой неделе. Но это еще не точно. Возможно, я просто неверно как-то трактую то, что указано на скрине с пропуском, но, тем не менее, я вот так вот думаю. Ну и последняя фишка лицензии – это смена одного ненавистного вам задания в неделю. Правда, не ясно, на что сменят. То есть, представьте, вы не хотите выполнять БЗшку на 10 взятий первой степени или мастеров, а вам вместо нее дают БЗ на ПТ Китая, которых вы отродясь не выкачивали и даже не собирались выкачивать. Ну, дичь же получается, дикая дичь. Но опять-таки, нужно все это дело тестить, неизвестно, что на что поменяется. Для этого просто нужно пощупать этот боевой пропуск, посмотреть, как там это все работает, что на что меняется и как оно вообще будет. Есть маленький шанс, что лицензия, конечно, будет идти в подарок к пропуску, но я в такие подарки, честно говоря, не верю. Да и вам не советую. Так что, скорее всего, нужно будет готовить денежку и на пропуск, и на лицензию. Причем на лицензию для того, чтобы просто облегчить прохождение купленного уже пропуска. В общем, меркантильные разработчики знают, как на нас заработать. Танк, который нам выдадут в боевом пропуске, будет все так же на 6 уровне. Однако в этот раз это будет переработка танка 5 уровня в Wolfrain. Что, честно говоря, странное решение. Неужто разработчикам не хватает на 6 уровне машин, которые можно переделать? Танк будет зваться несколько по-французски Шарль. Даже несмотря на его американское происхождение. Да и все камуфляжи, которые будут в боевом пропуске, тоже будут нести весьма французский оттенок. Название я уже зачитывать вам не буду, но просто поверьте мне на слово. Сами в мае всего этого дела увидите. Ну и касательно пропуска, я думаю, что это все. И мы идем дальше. Ну а дальше у нас анонсировано новое событие. Как я уже сказал, это ивент на скилл. На скилл, вы понимаете, событие будет проходить с 13 по 23 мая, что меня лично немного печалит. Не могли что ли сделать его под майские праздники? Ну как раз таки 1 мая, там 9 мая, все дома сидят, все могут играть. Нет, нужно с 13 по 23. Ну да ладно. Суть ивента проста как мир. Выбиваете различные знаки классности от 3 степени до мастера и получаете за каждый из них за каждую степень определенное количество ресурсов. К сожалению, информации о том, сколько ресурсов будут давать или сколько необходимо набить, нет. Но однозначно, чем выше степень вы получаете, тем быстрее ивент вы закроете. Так что нужно пытаться выбить как можно больше первых степеней и, соответственно, мастеров. Также приятной бонусной фишкой ивента будет то, что за первые 10 побед каждый день на танках выше 4 уровня вы будете дополнительно получать по 5 единиц голды, что в сумме дает вам 50 единиц голды в день и за 10 дней ивента даст вам аж целых 500 единиц голды. Ну, приятно, конечно, мы все равно будем лупить степени и победы будут, а так хоть чуть-чуть золота получим. В общем, это радует. В ивенте есть возможность получить два танка китайской нации, а именно ВЗ-112-2 и М41Д. У меня нет второго из них, поэтому я буду топить в него, а всем остальным советую упарываться именно в тяжика, ибо тяж весьма и весьма неплохой. Хотя и ЛТшка тоже имеет право оказаться у вас в ангаре. Ну а коль вы нереальный задрот, то может быть разработчики дадут вам возможность забрать обе машинки, но я бьюсь об заклад, вам нужно будет очень много играть, и не каждый пойдет на это. Я, кстати, бы забрал оба танка. Да-да, я такой. Ну и вообще, танк 8 уровня все равно как-то более органично смотрится в ангаре и фармит побольше, чем семерка, и в принципе более адекватный выбор. Поэтому при любом раскладе топите к тяжу. Берите ЛТшку, только если у вас не хватает ресурсов на тяжа. Ну, само собой, мы разберем ивент более подробно в другом ролике, когда он уже выйдет. Ну а сейчас пойдемте дальше. А дальше у нас идут недообновления. Боже, даже рассказывать об этом не хочется, ну ладно уж, давайте быстренько по ним пробежимся. Три танка переводят в PBR качество. Гриль 15, Яга Е100 и Викер с первого уровня. Не, я реально рад обновленному грилю, но переводить по три танка в PBR, еще и подавать это как один из пунктов обновления, это минимум выглядит как плевок в сторону аудитории. Ну хоть все танки от 8 до 10 уровня к концу года обязаны быть в PBR. Но нет, мы будем выпускать по три танка, причем один из которых будет поганый мусор первого уровня. Тут даже дополнительно комментировать не хочется.
Легендарные камуфляжи, кстати, у этих танков тоже переведены в PBR-качество, что само собой приятно, особенно для владельцев этих самых легендарных кама. У меня, к сожалению, камуфляжа, допустим, на гриля нет, но в принципе я бы не отказался его получить, естественно, на халяву. Покупать я его точно не буду. Ну а дальше вообще цирк начинается. Просто цирк. Появляются новые легендарные камуфляжи. На К-91, на ВЗ-121 ГФТ и на МХ-31 прототип. Для К-91 кама называется Burn. Для ВЗ-121 ГФТ это будет Бумби. Ну и на АМХ кама с названием Twin Peaks. Что-то в духе Twin Peaks, короче. Вот это я понимаю фишка обновления. Вот это тут уж спасибо, реально ради такого рода нововведений я жду каждое обновление. Просто обожаю такие обновления. Да. Ну и сюда же докинули, кстати, три кама с рейтинговых боев, видимо. Ну, либо это с турнирных боев, я тут точно не разобрался. Ну, в общем, еще три новых переливающихся кама. Приветствуйте, можете уже рукоплескать. Едем дальше. Новый танк завозят. Ёп, новый танк. Вот тут мне уже реально хочется матом ругаться. Анонсировать танк, который, скорее всего, появится в сундуках, которые просто будут продавать, возможно, в магазине. Ну, зачем? Зачем? Куча танков до этого появлялась в магазине, просто без анонса предварительного. А тут его аж как пункт обновления добавили. Ну, что ж. Танк будет называться Объект 274А. Также у него присутствует новый легендарный камуфляж Леший. СТ-шка 8 уровня, ну и само собой, судя по названию, несложно догадаться, что это СТ принадлежит СССР. Если его добавят, допустим, в какой-то ивент, то тогда ладно, это уже нормально, тогда этот анонс я еще принимаю. Но если теперь все танки, которые будут продавать в магазине, будут анонсировать и делать это как фишку обновления, то, как я уже сказал ранее, можете фишкой обновления сделать и расписание появления контейнеров. Тоже клевая фишка будет. Ну, гениальный же ход, правильно? Ну и последнее, что разработчики добавят, это новые аватары за турнирные бои. Накопительные аватары. Жесть. Ну а здесь у меня уже истерика пошла. Я же не смогу больше об этом забыть. Разрабы же предупредили меня в начале видоса, а я, дурак, все посмотрел. Да еще и вам это все сгрузил. Простите меня, грешного, ребят. Ну реально, простите. Нет, вообще аватары это, конечно, приятно. Ну, настолько бесполезно, ну просто абсолютно бесполезно, ибо аватаров у нас сейчас тьма тьмущая. Оставить именно турнирный аватар, ну, маловероятно, что кто-то вообще будет. Вот напишите мне, стали бы вы ставить турнирный аватар или нет? Ну, чисто вот просто интересно. Ну и на этом наш позорный ликбез по обновлению 8.10 закончен. Напомню еще раз, что основными фишками ивента будут ребаланс стоимости голдовых снарядов, новый боевой пропуск и новый майский ивент. Остальное мишура для бог весть кого. Ну вот реально, просто пыль в глаза. Просто обычные вещи, которые можно было и вовсе не анонсировать. Ну а с вами был Зав, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии об обновлении 8.10. Хочу знать, что вы думаете по поводу обновления. Ну и на сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо и всем пока.